Эй, пс, здорово, последняя цифра твоего лайка на этом видео покажет, кто ты из Мелом Плейграунд, а последняя цифра твоей подписки на мой канал покажет твой предмет из Мелом Плейграунд, поэтому спускайся прямо сейчас вниз, подпишись и поставь лайк, посмотри на экран, обрати внимание на последнюю цифру твоего лайка и твоей подписки, и напиши в комментариях, кто ты из Мелом Плейграунд, все просто, если твой лайк 8, а последняя цифра подписки номер 5, то ты лимон с кактусом. Прояви свою фантазию и приятного тебе просмотра. И здорово-здорово, дорогие друзья, ты на канале Мелан Функа. В этом видеоролике мы с тобой поговорим про новый транспорт в Мелом Плейграунд. Но перед началом видеоролика я, как всегда, хочу сказать огромное спасибо вот этим вот ребятам за то, что они попали в мой видеоролик. И если ты хочешь попасть в мой следующий видос, то все достаточно просто. Тебе нужно подписаться на канал, поставить лайкусик, написать свой топовый комментарий. Ну и не забудь подписаться на телегу, ссылочка, как всегда, в описании. В общем, я не буду тянуть твое время и приятного тебе просмотра. И совсем скоро выходит новое глобальное обновление 20.0. И я думаю, что в связи с этим разработчики что-то готовят для нас очень особенно. И как мне кажется, в связи с тем, что в последние несколько обновлений мы видим новый транспорт в Мелом Плейграунд, то я подготовил несколько концептов на эту тему. И как мне кажется, именно этот транспорт сможет попасть в следующий глобальный апдейт. Свое мнение, конечно же, пишите в комментариях. И давайте начнем по порядку и с самого начала. Концептов на фоне летающих объектов в Мелом Плейграунд уже выходило немереное количество. И в связи с этим, мне кажется, все-таки разработчики могут прислушаться к мнению большинства и все-таки выпустить что-то летающее в Мелом Плейграунд. И как мне кажется, самым логичным вариантом будет вертолет, потому что мы сможем его очень классно контролировать при помощи элементов управления. Но самолет, как мне кажется, может тоже выйти, но с ним проект реализации будет немного по-другому выглядеть и, в принципе, это труднее будет сделать. Поэтому вертолет, вот так вот я его себе представляю, на вашем экране вы можете видеть картинку этого, это, скажем так, концепт, и вертолет, по моему мнению, выглядит примерно вот так. В принципе, лопасти будут вращаться, все будет четко, в принципе, несколько посадочных мест для меланов мы можем туда выделить, что, в принципе, неплохо. Возможно, вертолет будет боевой, а возможно и нет. Как мне кажется, для Мелом Плейграунд это вполне логичная история, и, как мне кажется, разработчики смогут прислушаться к мнению большинства и именно сделать вертолет в Мелом Плейграунд. Конечно же, пишите свое мнение в комментариях. Ну и напиши в комментариях оценку моего концепта. Как тебе нравится вертолет, как я его выполнил и, в принципе, вписывается ли он в концепцию Мелом Плейграунд. Мне будет всегда интересно почитать ваше мнение. Следующий транспорт, как ни странно, тоже боевой, и с этим транспортом тоже выходило немереное количество концептов, различных легенд и так далее. Также этот транспорт является предметом постоянных построек в Мелом Плейграунд. Люди прям очень сильно хотят именно это строить, что, в принципе, логично, потому что танки, всякие боевые машины, это то, что все-таки преследует нас всю жизнь, так или иначе, с самого нашего детства. И, честно говоря, мое любимое занятие в детстве было, допустим, рисовать на листике танки. Я думаю, что большинство мальчиков именно этим и занимается в данное время. И поэтому концепт танка, мне кажется, выглядит вполне логично и уместно для именно аудитории Мелом Плейграунд. Свое мнение, конечно же, напишите в комментариях. Именно таким вот образом я представляю себе танк. В принципе, цветовое решение цветовая гамма может быть абсолютно разной. Все это на рассмотрение будет разработчиков. Я думаю, что они придумают что-то очень красивое и уместное для Мелом Плейграунд. И, естественно, танк будет стрелять. Я думаю, что это вполне логичная история. Вмещать в себя он будет несколько мелонов. Я думаю, 2, может быть 3. Но мне кажется, больше 3 он вмещать в себя явно не будет. Возможно, разработчики добавят новое оружие, которое будет находиться на башне самого танка. Это, допустим, какой-нибудь миниган или пулемет обычный, я не знаю. В общем, что-то интересное явно может придумать разработчики с этим танком. Свое мнение, конечно же, пишите в комментариях, ну а мне кажется, это будет вполне очень красивая и интересная история для Мелом Плейграунд. И давайте перейдем к следующему транспорту. Ну а следующим транспорт является транспорт гражданского типа. И так как двухколесных транспортных средств у нас очень немного в Мелом Плейграунд, а точнее это самокаты, с чем связано появление именно самоката, я до сих пор не понимаю, вполне нелогичная история, в принципе, и для концепции Мелом Плейграунд, и, в принципе, он вообще никак
как, непонятно и зачем. В общем, от разработчиков у меня сейчас просто недоумение и много вопросов именно по самокату, потому что он, во-первых, не пользуется абсолютно никаким спросом у игроков Mill & Playground, а во-вторых, он настолько бесполезен, насколько это возможно. Ну а разработчики и художники, это их игра, и они так видят. В общем, как мне кажется, мотоцикл был бы более уместным в рамках Mill & Playground. Вот посмотрите, как я реализовал именно эту концепцию. Посмотрите, он реально красивый по цветовому решению. Допустим, ты можешь туда посадить одного Милона, и мотоцикл будет с интересной физикой, как минимум. Явно поинтереснее, чем с самокатом. Свое мнение, конечно же, напишите в комментариях, но, как мне кажется, мотоцикл — это то, что нужно Mill & Playground. И давайте перейдем к следующему транспорту. Ну, а следующий транспорт у нас, как ни странно, снова боевой, и это Катюша. Я думаю, что с этим транспортом у нас тоже связано очень много концепций и различных построек в Mill & Playground, потому что довольно-таки популярная боевая единица, и мне, в принципе, очень самому нравится и история этого, скажем так, произведения военного искусства, и, в принципе, очень красиво, мне кажется, можно было бы реализовать его в Mill & Playground. Допустим, можно было бы выпускать самонаводящие ракеты, и, в принципе, много идей можно было бы напихать в эту боевую единицу. Напиши свое мнение, конечно же, в комментариях, но, как мне кажется, это вполне очень уместно для Mill & Playground, и мне самому очень нравится ее реализация. В принципе, по цветовому решению здесь можно много играться, можно сделать ее в пустынном стиле, можно как и в лесном. В принципе, вариаций, я думаю, очень много придумать можно. С тех пор, как у нас появилась пустынная карта, я думаю, что все-таки будущий транспорт будет выходить именно для этой карты, что вполне логично. И давайте перейдем к следующему транспорту. И следующий транспорт у нас силовой структуры, и это полицейская машина. Про эту машину тоже было множество интересных концептов, которые я даже видел на ютубе, и мне они очень понравились. В том числе благодаря им я вдохновился этим видеороликом, за что спасибо создателям этого интересного контента. И как мне кажется, полицейская машина вполне интересно смотрелась бы в Mill & Playground. Конечно же, пишите свое мнение в комментариях, ну а под полицейскую машину можно было бы придумать интересный фон, допустим, какой-то город, например. Это все мои догадки, мое субъективное мнение, но мне кажется, реально множество интересных вещей можно было бы просто придумать с полицейской машиной. Как мне кажется, это вполне уместно, и обязательно пишите свое мнение в комментариях. В принципе, реализация этого проекта, я думаю, что пойдет на пользу сообществу Mill & Playground. Ну, а на этом у меня все по полицейской машине, поэтому давайте перейдем к следующему транспорту. Следующий транспорт у нас, опять же, гражданского назначения, и это автобус. Мне кажется, что в связи с тем, что именно в прошлом обновлении нам добавили новый интересный микроавтобус в стиле Volkswagen тех годов, еще 60-х, где на них гоняли абсолютно только хипстеры, я думаю, что вполне такая американская история и американская культура было бы интересно увидеть именно в рамках Mill & Playground. И школьный желтый, вот этот вот типичный автобус был бы вполне интересен для сообщества Mill & Playground. И как мне кажется, это смотрелось бы реально круто. Вот таким вот образом я вижу этот автобус. Напишите свою оценку от 1 до 10 в комментариях. И напишите твой самый любимый транспорт в этом видеоролике. Реально очень интересно увидеть ваше мнение. Ну и последний, но не худший на очереди, и это транспорт воздушного типа. Это, конечно же, самолет. И как мне кажется, с этим транспортом в сегодняшнем видеоролике возникает очень много вопросов. И вопросов, на которые ответы мы не так уж сможем легко найти. Но все же, я думаю, это вполне реализуемо, хотя и трудно реализуемо. И в чем проблема? Это, конечно же, ограничение по карте. Как мы знаем, для самолета нам нужен огромный путь, чтобы взлететь. И в этом вся проблема. Как он так быстро взлетит, а даже если и взлетит, то смотреться это будет очень странно. Напиши, конечно же, свое мнение в комментариях. Но, допустим, можно сделать одну безграничную карту, как на карте Космос, и тогда все проблемы абсолютно решаются, и самолет тоже можно добавить в Mill & Playground. А самолетом можно будет поиграться реально огромное количество времени. Допустим, сделать условный кукурузник, а можно сделать огромный реально Airbus. И эти решения будут оба крутые, и оба эти решения будут смотреться прикольно в рамках Mill & Playground. Жду ваше мнение в комментариях, ну а на этом мой видеоролик подходит к концу. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока, ты был на канале Mill & Fong, и как всегда, увидимся на днях.